Доброе утро! Вы знаете, за последние годы чаще стало встречаться одно очень неприятное психологическое расстройство. У внешне совершенно здорового человека однажды в обычной бытовой ситуации возникают неприятные ощущения в теле, острый приступ тревоги, паники и ощущение, что сейчас произойдет что-то страшное. Человек, естественно, срочно вызывает скорую помощь. Скорая помощь ничего особенного не находит, но на всякий случай ставит успокаивающее средство и уезжает, а приступы повторяются. Называются такие приступы панические атаки, и сотни страдальцев начинают свой бесконечный путь по врачам, по кругу, в тщетной попытке избавиться от этих жутких состояний. Врачи назначают лекарства, лекарства на какое-то время помогают, но как только перестаешь их пить, приступы возвращаются. А для чего я вам это рассказываю? Для того, чтобы вы знали, что, во-первых, панические атаки – это состояние совершенно ужасное с психологической точки зрения, но абсолютно безопасное для физического здоровья. От панической атаки невозможно умереть. Даже если человека с панической атакой увести в темный лес и оставить там одного без лекарств, ничего с ним не случится. Во-вторых, у панических атак есть только одна причина, и это не сердце, не сосуды и не вегетососудистая дистония. Причина панических атак известна. Они всегда возникают в ситуации, когда в жизни у человека полное нехорошо, и он не знает, что с этим делать. Вы скажете, что у всех в жизни бывают проблемы. А я вам скажу, что факт панической атаки говорит, что у человека жизненные проблемы реально серьезные, и он их не осознает. Люди с паническими атаками говорят: «Я ни о чем другом не могу думать». Так панические атаки для этого и нужны, чтобы отвлечь внимание человека от еще более серьезных проблем в жизни, не думать о них. Поэтому мой совет: если вы сами, или родственники, или знакомые страдают подобными состояниями, нужно бежать не к кардиологу и не к невропатологу, а к психологу или психотерапевту и вместе искать, от какой жизненной проблемы вам помогает спрятаться паническая атака. Не ждите, что они пройдут сами. Я видел людей с паническими атаками, которые от страха по несколько лет не выходили из дома и при этом съедали по горсти таблеток в день. От панических атак при правильном подходе можно избавиться за пару недель. Найти причину их намного сложнее, но тоже вопрос времени. И будет вам тогда и ясное, спокойное и радостное утро, и день, и вечер, и ночь, и снова спокойное, уже давно забытое, доброе утро. С добрым утром!